За последние дни участок федеральной автотрассы в поселке Виноградном приходилось перекрывать несколько раз из-за подтопления. Вода угрожала жилым домам и на улице Таманской. Мэр Анапы Василий Швец обсудил с дорожниками и проектировщиками варианты решения проблемы. Возле населенного пункта появится водоотводной канал до Витязевского лимана. По федеральной дороге до лимана 2,5 километра. Разгон получается максимально достаточно для того, чтобы мы в будущем не имели никаких проблем в подтоплении всего поселка Виноград. На месте уже работают геодезисты. Они проводят инженерные изыскания для понимания высотных отметок местности. Уровень воды ловим. Не меньше, не больше должно быть. Всегда контролируем уровень воды. Если уровень воды уходит выше, мы его спустим сейчас сюда. Мы уже второй день все это решили. Нашли место, определили высотное положение и будем вот прокалывать здесь. Под федеральной автотрассой сделают так называемый прокол и проложат там трубу большого диаметра. Это позволит увести ливневые воды от поселка. В настоящее время здесь планируется прокол под дорогой. Сзади меня с поселка Уташа во время ливней шла вода. В последующем она будет отводиться на поле, противоположное от дороги. И в последующем водный объект, который идет вдоль дороги на поселок Суворов-Черкесский. Чтобы в поселок Виноградный она в последующем уже не шла и, соответственно, населенный пункт уже не подтапливался. Проект будет готов в ближайшие дни. Сразу же к работам оперативно приступят дорожники, и Виноградный будет защищен от возможных подтоплений. Антон Чистяков, Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа регион.